Всем привет! Вы смотрите «Афишу» на телеканале «Самара ГИС» в студии Виктория Шаре. Я расскажу вам, как провести эти выходные, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые летние денечки. В эти выходные в Самарской области пройдет молодежный форум «Иволга». Фестивальная поляна встретит 2000 участников из разных регионов страны. Форум состоится в 11-й раз. Его участниками станут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Среди них и школьники от 14 до 17 лет в рамках специального формата «Поколение первых», а также серебряные волонтеры. Отметим, молодежный форум «Иволга» проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор правительства Самарской области. Поддержка талантливой молодежи и создание возможностей для самореализации – одно из приоритетных направлений в работе правительства Самарской области и губернатора Дмитрия Азарова. Для участников подготовлена насыщенная культурно-досуговая программа, арт-площадки, кино под открытым небом, выступления приглашенных артистов и многое другое. В воскресенье 23 июля в этнопарке «Дружба народов», который располагается на улице Александра Солженицына в Куйбышевском районе, отметят Единый день фольклора. Это государственный праздник, который призван способствовать сохранению, развитию, популяризации и изучению выдающегося фольклорного наследия народов России. Программа насыщенная. С 11 часов дня до 8 вечера гостей ждут мини-экскурсии в национальных подворьях. С 12 до 16 часов – площадка мастер-классов, художественная роспись, мизенская, устюжная, Тюжская, Городецкая, народные орнаменты, русский, мордовский, татарский, чувашский, мехенди, роспись на руках, вышивка крестиком. С 12 до 16 часов – интерактивная творческая площадка, игра на музыкальных инструментах, частушки, песни и напевы, народные танцы и переплясы. В 12, 13, 14, 15 и 16 часов гости смогут посмотреть театрализованный перформанс «Притча из чемодана». Те, кто любит спорт, в выходные могут присоединиться к физкультурно-спортивной акции «Самара в движении». На открытых площадках проводятся бесплатные занятия с профессиональными тренерами из более чем 20 самарских фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий. Спортивная акция уже стала доброй традицией и проводится в пятый раз. Для самарцев проводятся тренировки в 4 локациях города. Площадь имени Куйбышева, набережная реки Волги в районе Первомайского спуска, парк имени Юрия Гагарина и 50-летие октября. Активности там будут проводиться до 31 августа. На каждой площадке за самочувствием любителей активного отдыха следит медработник. У поклонников физкультуры есть возможность испытать свою выносливость, сыграв в стритбол или футбол, присоединиться к функциональным тренировкам по йоге, стрейчингу, зумбе и другим направлениям. Это была «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Всем отличных выходных и пусть они запомнятся надолго!